Прическа для школьницы. Косы без плетения. Родителям девочек приходится следить не только за опрятным внешним видом школьницы, но и за ее волосами. Хорошо расчешите волосы массажной щеткой и слегка сбрызните их водой из пульверизатора. Это уберет излишнюю пушистость и статическое электричество. Чтобы сделать идеально ровный пробор, воспользуйтесь гребнем со специальной зазубриной. Разделите волосы на равные части и закрепите заколкой. Отделите небольшую часть локонов сверху у лба. Завяжите тугой хвостик силиконовой резинкой в цвет волос. Строго под первым хвостом завяжите следующий. Старайтесь сделать хвостики одинакового объема. Верхний разделите пополам и вложите между прядями нижний хвост. Перекиньте его к лицу, а нижние пряди завяжите резинкой, добавив немного волос с обеих сторон. Когда свободные локоны закончатся, продолжайте плетение без них. Закрепите получившуюся косу резинкой и слегка подтяните пряди, чтобы сделать прическу пышнее. Повторите аналогичные действия на другой стороне. Наши косы без плетения готовы. Такая прическа – отличный вариант укладки на каждый день. Впрочем, если хотите сделать ее праздничной, просто добавьте яркие аксессуары или пышные банты.